Итак, всем привет, дорогие подписчики, с вами Видис, и сегодня у нас ночью играть с СВД. Так, давайте сначала поговорим о самой чувствительности и пальце огня. Чтобы их настроить, вам нужно просто обратиться к моему брату, он вам обязательно поможет. Ссылки я все оставлю в описании. Так, и давайте лучше поговорим про СВД. Смотрите, в дальнем расстоянии нужно... Курсор должен быть где-то... Немножко так подтягиваешь в дальнем расстоянии. И вот летит. Смотрите, чтобы уже в среднем, нужно уже курсор, чтобы был где-то ближе к голове. И вот, и в ближнем тоже. Вот так. Так. Блин. Ну, наверное, вы меня поняли. Давайте я тебе покажу самой в игре, как это выглядит. Так, вот, я в игре. Сейчас, вот далеко расстояние. Так, не полетело, сейчас, еще раз. Так, давайте на другом человеке. Ну, тут зависит только от практики, как ты умеешь играть с него. Видите, залетело. Я тебе покажу, попробую еще на одном. Так, ничего страшного, что убил. Так, сейчас подойду к нашим. Давайте репостируем вам поближним немножко. Блин, ну почему меня один тот же убивает? Так, еще разок давайте. Кто на заявки кидает? Ты что? Так. Ну, надеюсь, вам все понятно. Просто нужно уметь играть с него. Ну, чтобы вам нужно тренироваться. Тогда у вас все получится. Я проснусь, тебя не будет рядом. Ну и пусть ты оказалась сильным ядом. Я смотрю в глаза, вижу его рядом. Не томи, заедай любовь конфетами, конфетами. Я проснусь, тебя не будет рядом. Оказалось сильным ядом. Я смотрю в глаза.